Всех приветствую. 1275 сборка. Игровой системный блок построен на базе процессора AMD Ryzen 3200AF. Сокет M4, 4 ядра. Частота 3.1 до 3.4 ГГц в режиме Turbo Boost. Ревизия AF означает, что у нас второе поколение Zen Plus. Примерно 15% производительности плюсом от обычного 1200-го. Кулер у нас Zalman CNPS80F, обычный простой кулер. Кулер дует вниз, охлаждает и память, и видеокарту, и ключи. Вполне неплохой кулер для этого процессора. Планка памяти 1 на 8 ГБ, DDR4, частотой 2666 МГц, фирмы Samsung. Одноранговая память, предполагается, что в будущем будет вторая такая же. Тогда будет работать в двухканальном режиме. Видеокарта у нас GeForce GTX 1050 Ti, фирма KFA 2, на 4 ГБ DDR5. Видеокарта без доп. Питания. Это значит, что не больше, чем 65 Вт, она получает питание. Доп. Питания не требуется. Блок питания на 600 Вт, Aerocool VX+. SSD накопитель у нас на 120 ГБ, фирма Crashel BX500. Ну и корпус у нас формула F3402. Сбоку будет закаленное стекло, кулер на выдув и передняя подсветка синхронизированы посредством контроллера ARGB подсветки. Управляется отдельной кнопкой подсветки. Порядка 60, наверное, режимов работы подсветки. Здесь разъем USB 3.0.2.0, небольшая перфорация у корпуса. Сбоку будет закаленное стекло. Причем в данном корпусе закаленное стекло вставляется как бы немножко внутрь и закрывается железкой. Тем самым препятствует образованию сколов. В общем, такой недорогой системник с перспективой роста. По деньгам он у нас вышел 21 700 рублей. Ценники растут. Такой вот дорогой ящик.